Санкт-Петербург, город контрастов. Здесь памятники мировой архитектуры соседствуют с домами, жильцам которых угрожает опасность быть погребенными под стенами своего крова. Вылез из ванны, стал протирать, но у меня слезла вся кожа. За блеском и изяществом фасадов зачастую скрывается убогость, нищета и разруха дворов и парадных. Бомжи вечерами сидят, и тут помойка, тут вокруг все. Остались ли в нашем городе люди, способные подняться на борьбу с бесхозяйственностью, вандализмом и бездействием чиновников, которые отвечают за безопасность и поддержание порядка в наших домах? Пообещал немедленно навести порядок, это его слова, и после этого он исчез. Общественный комитет народного контроля призывает всех неравнодушных горожан включиться в поиски правды, которая прольет свет на то, куда же на самом деле уходят деньги налогоплательщиков, предназначенные для коммунального ремонта и содержания не только памятников, но и наших домов. Так откровенно воровать муж, это, по-моему, чересчур. Не кровожадно, я готов на компромисс, ребята. Отдайте те деньги, которые вы вычислили у нас пока при ремонте, обратно. Мы уже начали действовать и готовы помочь вам победить в борьбе за светлое будущее вашего дома, улицы, района и нашего города в целом. Мы требуем наведения порядка.